На сегодняшний день мы имеем возможность проводить раннюю диагностику нарушений слуха у детей, начиная со второго дня жизни, методом аудиологического скрининга. Исследование заключается в регистрации ультраакустической эмиссии, которая проводится во сне ребенка и занимает по длительности примерно 30-40 секунд. После проведения этого исследования мы можем получить результат, есть проблема со слухом, либо проблемы нет. Если ребенок проходит это исследование и проблемы не выявлено, то он не нуждается в дальнейшем наблюдении врача. Если по какой-то причине ребенок не прошел аудиологический скрининг, тогда 3 месяца он проходит повторное исследование, и в 6 месяцев он проходит полное аудиологическое исследование, которое заключается в применении современных объективных методов исследования слуха.